13 февраля, без 5 минут 10. Припятский избирательный округ номер 1 по выборам в местные советы и речной избирательный округ номер 42 по выборам депутата в областные советы. Адрес: площадь Горького, 1. Территория: счетная сторона Советская, дома номер 182, улица и переулок Калинина, площадь Горького. Всего в списках избирателей 884 человека. Все члены избирательной комиссии в сборе. После соблюдения формальности проверенная печатана урна. Для досрочного голосования она отдельно. На часах 10:00. Досрочное голосование открыто. Все избирательные участки, а их в Мозыре 76, готовы принять избирателей. Бюллетени завезены накануне. Впервые проголосовать можно по водительским правам, студенческому, государственному, пенсионному или инвалидному удостоверению при наличии в них фото. Досрочно проголосовать можно в течение 5 дней, то есть до субботы, 17 февраля включительно. Никакого официального объяснения, почему гражданин желает голосовать заранее, не требуется. Участки работают с 10 до 14 и с 16 до 19. А сейчас кандидаты продолжают агитировать. Агитационная кампания продлится до субботы вечера. Кстати, непосредственно в день выборов 18 февраля на всех участках политическую активность мозырян будут поддерживать творческие коллективы. В Мозырском районе в списке избирателей включены 106 432 человека. Всего в депутаты в местные советы баллотируются 46 мозырян на 40 мандатов.